Мотивы далекой полуночи и огнистые орнаменты спекотной Индии на одной выставе. Мастак-космист Феодосия Иванова привезла в Могилев картины, написанные под уплывом эпосу Якутии и философии живой этики. «Искры легенд» – назва выставы, отповедая искристой энергетице полотнов. Феодосия Иванова соотносит себе с мастаками-космистами. Дальше космизм – это направок у мастацтве, который раскрывает совесть человека и космоса, показывая энергетику сусвета, что протянает все насквозь. Минавито этой выставой сёлета в областном центре открывается фестиваль культуры и творчества «Жар цвет».